Если вы едете, допустим, на такую охоту вчетвером, то понимаете, что эти вещи будет некуда положить. Поэтому в таких именно случаях помогают легковые прицепы. То есть здесь нужно брать легковой прицеп как минимум длиной 1,85 м и тентом 1,10 м. Хорошо в целом поохотились. Отлично. Взяли 12 гусей, гуменник, белолобик. Вот. Ну что, все, в дорогу тогда? Да, чок. Дорогие друзья, зрители, подписчики, мы едем по полю, возвращаемся. Я вообще просто в реальном шоке от проходимости этого автомобиля. Водители, водители, вы как вообще? Волновались, не волновались? Прицеп замаскирован сейчас. Можно, можно в болоте прятаться смело в нем. Такая тема. Подъехали к речке. Стараюсь по максимуму передать. Сейчас только что по полю папаш не пробежал 240 лошадей, блин. И один прицеп из фирмы Арива. Фух.